улыбается. Что, у тебя интернет? Проби. Кукусь. А мы сегодня приехали в классное место на пикник на пятничный. И здесь очень много столиков разной конфигурации. И можно жарить шашлыки. Здесь когда-то тек ручеек или речка, но сейчас все пересохло. И ничего, естественно, воды нету речной, ручейной. Но есть вот такие вот, как сказать, трубы, из которых течет вода. Конкретно в это ничего нет, но сейчас мы дойдем, покажу, как здесь все устроено. Здесь есть вода, чтобы, ну, помыть какую-то посуду или там овощи. Трампе хватит есть. И мы приехали вечером после работы. Здесь было, за каждым столиком сидели люди, жарили шашлычки. Но они уже уехали все, и сейчас остались только мы. Здесь что классное? Это бесплатное место, оборудованное для пикника. Здесь вот мусорки. Есть место специальное, где можно жарить шашлык. Сейчас мы посмотрим, что конкретно вот в этом домике. А, здесь даже есть под крышей. А, это не чтобы жарить шашлык домик, это чтобы под крышей посидеть, ну, если вдруг идет дождь. А с другой стороны, наверное, будет сейчас место для барбекю. Сейчас мы все проверим. Так. Да, здесь место для барбекю. О, и здесь вот такие... Ну, как сказать, типа стол, не стол, каменные столешницы, на которых можно разводить огонь. И стоят вот такие решеточки. Можно прям пользоваться и делать шашлык. Здесь ну, всякие разные инструкции по применению, как, что можно, что нельзя. Если что, телефон службы спасения. Вот еще место для барбекю. И в целом здесь очень-очень классно. Так. Вечером похолодало. Я даже вон утеплилась, даже надела шапку, потому что мы находимся над... в горах. Это получается около 700 метров, чуть меньше, над уровнем моря. И здесь, ну, прям прохладно. Вечером, но очень красиво. То есть здесь маршруты для хайкинга. Такая вот небольшая дорожка, и вдоль дороги стояли машины, и люди жарили шашлык. Народу дофига, все очень культурно, никакого тебе колхоза или пьяных суперлюдей нет. Все приезжают с семьями, все очень культурно отдыхают, натягивают гамаки, жарят шашлыки. Ну, кто-то не жарит шашлыки, кто-то просто ест какие-то свои бесшашлычные явства, но все очень... Сейчас вот осталась наша машина, и вон еще какие-то соседи одни остались с одной стороны, и все. Все уехали. Мы сейчас уже тоже пожарили шашлык. И тоже скоро поедем по домам. Наши парни. Вот наш домик, в котором мы жарили шашлык. То есть он с двух сторон. И здесь с двух сторон можно жарить шашлыки. А вот и вот такой вот фонтанчик. Тоже он двухсторонний. С водой. Вот так нажимаешь, и течет вода. Так что все очень для людей сделано. Очень удобно. Каменные вот эти вот столики. Вот фонтанчик двухсторонний. И классно, можно отдыхать.
И по Испании таких мест достаточно много. Есть прям в городе оборудованные места для пикника с шашлыком. Но на природе оно как-то получше. Так что мы проникаемся испанской жизнью, испанскими пикниками, шашлыками. И вот с коллегами тусуемся и приезжаем на шашлык. Вот наш домик. Здесь, вот я на самом деле не знаю, что вот это. Мне кажется, что когда-то это была раковина. Может быть, здесь можно было как-то помыть посуду или что-то, потому что вот сейчас столешница, а снизу как будто прям часть раковины и даже труба какая-то идет. И вот тут тоже такая большая каменная столешница, на которой можно пожарить шашлык. Все, кстати, здесь убираются за собой всю грязь, весь мусор, все прибирают и выкидывают.